Я пришла к поэту в гости, ровно полдень, воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз, и малиновое солнце над лохматым, сизым дымом, как хозяин молчаливый, ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожной, в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком, у морских ворот Невы.